Thank you.
говорят на школе Морсе, выдающийся саксофонист, Рожен Чапаловский. Можно его приветствовать. Слово выдающийся, конечно, оно такое. Я сейчас не очень люблю. Выдающийся, золотой, народный артист. А платина? Кто с народом? Роберт просто очень скромный человек. Вот. Собственно, так получилось, очень удачно сошлись. Роберт приехал вчера у нас на концерт новой музыки. Завтра у нас будет концерт в клубе Букмана в Амстердамке. И послезавтра мы уже, нет, еще не послезавтра, в понедельник мы поедем в город уже. Месячный тур с интернациональным составом. И вот он любезно согласился дать мастер-класс в нашей школе. Поэтому очень радостно, конечно, что вас так много. Вот. И я очень надеюсь, что то, что сегодня Роберт поделится, чем он поделится, и эти знания вам очень пригодятся. Потом задавайте вопросы по звуку, по гаммам, по занятиям, не стесняйтесь. Я все отвечу честно. Снимаю. А что? О, ничего страшного. Наталья Геннадьевна, детей пристегните там. Thank you.
два базовых стандарта. Первый, это называется хайпер-интервью, все, что происходит с тобой. И сейчас мы сыграли разовую балладу «Тело Шабада и Соло». Задавайте вопросы, я буду отвечать. Не стесняйтесь. Ну, мы еще сыграем. Спрашивайте, я буду отвечать. Может, кто-то хочет поиграть? Thank you.
очень непростую композицию Талонио Самока, которая даже каждый профессионал сыграет, не любой народный артист. Талонио Самок вообще был композитор такой сложный, все джазовые музыканты могут играть его вещи, потому что гармония очень сложная. Место справляется с этим, молодец. У нас сегодня еще один супер-гость пришел. Рада вам, Тариш. Рада вам, когда-то работал в джазовом оркестре Густава Брома. Если кто-то слышал, был такой джазовый оркестр в Праге. Сейчас он уже перестал там играть, но он больше как солист, он может потрясающий альтсаксофонист. Вопрос такой. Я просто знаю, что вы раньше говорили на планете, да? Я решаю. Классическое образование помогает звукоизвлечению? Я вам сейчас скажу такую вещь. Классическое образование – это самое главное образование. Джазового образования как такого нет. И всем своим студентам, ученикам я всегда говорю – классика. Тут есть девочка, которая со мной занимается через Skype, Аня. И первый час у нас только классические этюды идут. Только потом я даю полчаса на план. Потому что если не будет базы классической, она не сможет играть джаз. Не будет ни техники, ни звука. Поэтому чуть позже сыграть. Мы ее отдельно видим. Поэтому как бы классическая база это самое главное и для саксофонистов, и для клавишистов, и для пианистов, и трубачей, и вокалистов. Просто какие-то вот, ваши рекомендации, базовые упражнения для самых-самых начинающих? Все упражнения, которые были написаны. Не, ну написано одно, а... А современных ничего не надо брать, потому что там ничего нового нет. Все, я занимался по этюдам. Лакатон, Крэмша, Видемана, Глоза. Там до сих пор есть, что играть очень много, поэтому... Я имею в виду даже нет, я имею в виду то, что черни играли все, но все играют по-разному. То есть именно в звуковоспроизведении, что вот, вы считаете самым ценным для начала, вот для постановки первых... Ну, во-первых, постановку вам должен поставить учитель. У нас есть замечательный учитель. Да, первый учитель – это самый главный учитель, потому что обычно, когда человек идет учиться дальше, он попадает в педагогу, который уже не учит, а просто подсказывает, направляет. Самый главный учитель это здесь. Вот так, как он заложил, вот так этот ребенок будет играть всю жизнь. Если он научил его неправильно, он будет играть всю жизнь неправильно. Следующие учителя, даже супер-музыканты, никто не научит его играть лучше. Если первый учитель сделал ошибку, второй и третий ничего не смогут исправить. Если будут пытаться постановки менять, как-то исправлять, человек перестанет в конце играть или будет вообще не играть. Я уже сталкивался с многими саксофонистами, клавишистами, которые учили неправильно держать инструменты, во рту постановки, зубы не так, двигали вперед, назад, вынимали вот так, все. Люди переставали играть. Я иногда смотрю, если у человека уже не получается, я с нуля чаще всего не беру учеников, я уже беру людей, которые уже играют, я им помогаю. Я смотрю, если я могу подсказать, я подсказываю. Если я вижу, что результата уже не будет, я ему сразу говорю. Ты будешь со временем учиться, у тебя не будет стройно звучать инструмент, только саксофон или кларнет, например. Если ты хочешь исправлять, занимайся с самого начала. Не хочешь, продолжай как есть, потом тогда не обижайся, если тебе скажут, что ты играешь фальшиво, нестройно, какие-то ноты неправильно. Есть, но я...
Thank you.
Еще у вас вопросы? Вы вот это репетировали, это была импровизация, экспромт, похоронка. Как вот правильно? Как правильно заниматься дыханием? Как правильно заниматься дыханием? Во-первых, дыхание с самого начала вам ставит учитель довольно. Начинаете играть. Если честно, это вопрос такой... Я вам честно скажу, что когда начинают учителя, студенты заморачиваться с дыханием, вот это начинается большой проблем. Вот вам поставили постановку, вы дышите, когда вы разговариваете, вы дышите носом, вы дышите ртом. Дышите так же, когда вы играете. Не придумывайте брать дыхание отсюда, отсюда, отсюда. Ну как вы играете, вы берете дыхание, когда вы говорите, вы не спрашиваете, как я дышу, как я беру дыхание. Вы со мной разговариваете, вы же дышите в любом случае, ртом, носом. Тут то же самое, не надо придумывать отсюда, оттуда. Дыхание у вас здесь. Я, честно скажу, когда я был худее, мне было сложнее играть на этих заходах. Я чуть поправился, стало легче играть. Но я стал использовать росты 3,5-4. Хотя кто-то играл 2-2,5-3, это был потолок, я уже красный весь становился, стрелом играл. Еще года 4 назад я больше, чем 2 не поднимался вообще. 2,5 это уже все, предел был. Такой вот саксофонист, как Карл Блендер, играл вообще на тростях номер 2. Из своего опыта скажу, чем легче трость, тем вам легче артикулировать. У вас пальцы тогда работают, да? Когда вы дуете тяжелую трость, вы скованы. И звук не такой яркий, как при тростях, которые чуть меньше надо. Если вы ставите тяжелые трости, то слышно, что вы напрягаетесь. Когда вы играете на более легких тростях, вам легче удержать звук. На тяжелой трости вы это не сделаете, вы будете играть одинаково, потому что вам, чтобы сдуть туда, вот так. А как развить дыхание, чтобы оно было более длинным? Вот девочка маленькая, и ей на длинные фразы не хватает пока. Ну, смотря на сколько, 4 четверти, 8 четвертей. Ну, так, 4 четверти она вытягивает, но вот больше, вот, Маша, встань на секунду, где Да нет, она не худенькая. А скажите, в каком концерте есть больше, чем 8 так? 8, допустим, надо держать. 4-4. Вот. Я даже не думаю, что я долго выдержу. Давайте посмотрим, посчитайте. Через нос. Я это не умею делать, не считаю, что это указано делать. Играйте легко, не задумывайтесь, 8-4, ну возьмет ребенок дыхание, ничего страшного. Опять я вам скажу, когда играет трубач, саксофонист, барбетист, он дышит легкими. Когда играет пианист, гитарист, они могут играть без дыхания, пауз не будет. И это большая ошибка, потому что всех пианистов и гитаристов заставляют слушать духовных музыкантов. Чтобы они играли с паузами, чтобы был смысл. Значит, на кларнете я занимался с возраста 10 лет, с 11 даже. В 83-м году я взял кларнет, а в 87-м я уже взял ансамбль. Я до того играл очень много классики. Мне не давали принципиального. Я люблю джаз слушать, но занимался Моцартом, Вебером, как все кларнетисты, играл этюды, гаммы. Мне нравился Чарли Паркер, Бенни Гудман, но все равно, как бы, классика это классика. Я вам скажу, если бы начал саксофон, я играл бы хуже. Поэтому кларнетистам надо начинать всегда с кларнета и переходить на саксофон, если они хотят. Это будет как дополнительный инструмент. Потому что я сделал большую ошибку, в 91-м году я думал и перестал играть на кларнете. Ну,
Буквально два года назад я вернулся к этому инструменту, сейчас на нем больше занимаюсь, чем на саксофоне. И это помогает и в звуке, и в технике, и в артикуляции, и в строе, потому что кларнет это другой немножко инструмент, он заставляет работать. Есть такой кларнетист Эдди Дэниелс, ему сейчас 78 лет, он считается одним из лучших кларнетистов в современном мире, он играет и классику, и джаз. И он всегда говорит, чтобы мне быть счастливым этим надеяться, даже сейчас при моих возможностях я должен заниматься 4 часа в день. На саксофоне можно заниматься раз в неделю. Ну-ну, не надо об этом говорить. Я вообще не занимаюсь, только перед концертом беру так, прыгали, все берется и все нормально. Да. А вот такая сложность для начинающих, когда не совпадает артикуляция языковая с пальцами. Вот есть какие-то упражнения на то, чтобы вот. Ну просто надо все медленно играть. Если так играть, то да. Это все из классики. Это не джаз, это классика. Вот, когда что-то не совпадает, надо играть в два раза медленнее, чтобы понимать, почему не совпадает. Потому что язык не дает, ну не как, мозг понимает, что надо сделать, но язык не дает артикуляцию этого с пальцами, получается, вот такое получается. А тага-то там тоже происходит или нет? Атака? Тага-та. Вот, вот я имею в виду именно слоги. Надо языком просто кончить сюда, говорит та-та-та-та. На кларнете это сложнее, это уже делать. Легко это получается у трубачи. У трубача можно играть двойным стаканом. На саксофоне кларнете это сложнее. И на кларнете, опять же, там трости. Если на саксофоне трость может быть чуть слабее по номеру, то на кларнете, если она будет легкая, он будет гусавить и будет звучать. Я всегда люблю классическое звучание кларнета, когда широкий низ, вверх, и все звучит в баланс. Ну а вас мама, папа, дед, бабушка, они заниматься вас заставляли? И почему вы перешли именно на альт-саксофон, не на тенор-саксофон, не на бас-саксофон? Во-первых, я скажу такое, что у меня дедушка был профессор классического кларнета, это первый. Папа был джазовый саксофонист, кларнетист. И я скажу такую вещь, что заставлять меня особенно не заставляли, но с самого начала не особенно-то я хотел заниматься, как все дети. Папа со мной занимался, что-то объяснял. Мне легче было пойти играть в футбол, в хоккей, на велосипеде. А потом я стал смотреть, что те ребята, которые со мной гуляют, они все какие-то не такие вот. С ними не интересно, у них нет никаких интересов. Они вот пришли со школы, покушали, пошли целый день они во дворе туда. И я понял, что-то мне это не нравится. Я пришел домой, начал слушать музыку, пластинки, открывать ноты, пытаться что-то играть, заниматься, проявлять какой-то интерес. Я ужасно не любил сольфеджио, сейчас я говорю. Это был предмет, я согласен был сделать все, что угодно, только чтобы туда не заходить. То есть интуитивно импровизируете, не как бы не знанием, а интуитивно импровизируете? Да нет, знаете, по интуиции можно играть, по интуиции, но надо знать все равно гармонию, надо знать все равно джазовый язык и стандарт. Если вы не знаете хотя бы 10 стандартов, то вы не сыграете так по интуиции. Потому что опять же, когда вот я играю с Алексеем, мы играем, он слушает меня. Если я играю, допустим, не те гармонии, которые написаны даже в оригинальных нотах, там, в ляутбуке, он идет за мной, и он аккомпанирует. Потому что есть пианисты, которые не слушают никого, я играю свое, он играет свое, и получается какофония, ничего не совпадает. Я играю ля, он играет ля бемоль в этом момент. Поэтому вот я вам скажу еще такую вещь, что это профессионализм, как пианист слушает солиста. Это вот в джазе. В классике по-другому. В классике пианист, он ничего не может понять. У него есть гармония, которую написал до него композитор, а вот кларнетист или саксофонист обязан играть с теми нюансами, с теми легато, стаккато, которые он написал. И никто не может ничего изменить, даже лишний фаршлаг сделать. В джазе мы можем изменить все. Мы можем сыграть сейчас все песни, которые мы сыграем до того, они будут по-другому. Какими ладами и гаммами отыгрывается минор 9, минор 13, 11? Ну смотри, во-первых, не только эти гаммы, там смотри, когда ты играешь,
ты можешь использовать и 12, и 13, и 15. Просто ты должен слышать весь звукоряд. Для меня всегда важно контрабас для себя. Я слышу контрабас, и когда я играю, могу играть один другой стандарт. И ты услышишь в этом гармонию, я ухожу из ритма, я не ухожу из гармонии. Я играю точно по гармонии всегда. Я внутри себя слышу, первый главный инструмент – контрабас. То же самое, что важно и для барабанщика, и для пианиста. В ансамбле главный инструмент – это контрабас, а не саксофон, а не барабан. Вот, басист начал играть. Кто фильм есть? Рау Гуидная? Ну да, он, в принципе, да, нужен. Да, туда... Потому что контрабас играет самый главный нот, и у него весь ритм. Барабанщик может вести диалог, так как это чаще всего делают современные музыканты, они ведут диалог с солистом, а басист держит весь ритм. Могут все повылетать из ритма, но басист должен быть ритм. Потому что в России чаще всего басист играет под тарелку, и это неправильно. Они оба играют на ритмичке. Потому что басист думает, что барабанщик главный, а барабанщик думает, что вроде он и басист, и они пытаются друг друга поймать, и получается постоянно расхождение. Это есть фильм такой, раунд минус, если не смотрел, посмотрите, там есть такая сцена, когда там главную роль играет один из самых таких заметных тенор-саксофонистов в истории джаза, Декстер Гордон. Там есть сцена, когда он встречается с вокалисткой, которую он там как-то с ней выпустил, она еще была молодая, когда она начала петь джаз, она пришла к нему в ансамбль. Вот. Она ему говорит такую фразу: «Ну это же ты научил меня слушать контрабас, а не клавишник». Он говорит: «Ну тут бы и сама это поняла через 10 лет». Потому что, в принципе, можно не тратить 10 лет, а лишь сразу слушать контрабас. Вот я когда дома занимаюсь барабаном, мне сейчас не интересно заниматься с музыкантами Джема Гроссольда или Ханс Лавнера, они для меня скучные. Потому что я понимаю, когда я был молодой студент, не было с кем заниматься, играть, я наигрывался, как бы занимался. Сейчас я беру просто стандарты, играю сам, слышу внутри себя контрабас и стараюсь держаться в том же ритме, иногда я даже играю в разных тональностях эти стандарты. Допустим, до диез ре, ми бемоль, вот так. Я не говорю, что все обязаны это делать, и не обязаны, может быть, многие из вас играть 12-13, потому что максимум встретятся 3-4. Но бывает, когда певица приезжает, которой неудобно почему-то фа, и хочется фа диез петь. Она не думает, что пианисту неудобно, или саксофонисту. И приходится иногда из-за них менять тональность. Допустим, не в мире мой можно, а в ми. Бывают иногда такие случаи. Но мы стараемся их отпускать. Нормально. Как с Филвудсом? Я познакомился в 92-м году. Он приезжал с Парламент Супербэнд. Там играл Кенни Барон. Значит так, Боб Камшоу, Кенни Барон, Луис Нэш, Филвудс, Дональд Бёрк, Джимми Ид, Слайд Хэмптон. Это был состав, который как бы была торговая марка «Парламент», когда это сигареты такие, я не знаю, сейчас они есть. Они сделали международный тур такой, у них был 2 месяца нон-стоп тур, они ездили по всему миру, и они приехали в Израиль. Но первая предыстория знакомства с Филвудсом была в 1989 году на джаз-фестивале «Джаз Джембер» в Польше. Я тогда еще жил в Киеве, и мы с оркестром приехали на джазовый фестиваль в Польшу. В тот год как раз тогда выступал там Майлз Дэвис со своим роковым составом. И как раз был Филвудс. Ну, тогда было сложно посещать концерты, потому что мы приехали все-таки из СССР, и за нами все не следили, и так лево, так вправо было сложно сделать. И нас как бы так 10 человек отвели на концерт и следили, чтобы мы не выходили на гастролях. Вот мы сидели первое, второе, третье отделение, и вот как раз в одном из отделений играл Филвудс квинтет. Это был Том Харрелл, Сал Галбер, Стив Гилфорд, Билл Гудман и Филвудс. Филвудс в этот день был немножко пьяным. Потому что за день до этого история такая, есть даже видео, есть диск. Он выступал с Дизи Гиллеспи, с Том Гетцем, Джаки Маклином, концерт, посвященный Чарли Паркеру в Париже. И в этот день ему Миттеран вручил орден за заслуги перед
искусство, они все там нагулялись, ему пришлось потом лететь в Польшу одним, он прилетел, его встретили, он, конечно, когда играл, он все время так держался, что было очень здорово. Вот так он был пьяный. Когда он играл, то его слышать не было. И как раз так получилось, что за сцену к нему зайти не мог, но когда мы выходили все из зала, то случилось так, что он пошел прямо как бы ко мне навстречу, получилось так, что я мог подойти к нему, взять автограф, два слова сказать. Это была первая как бы наша встреча, ни к чему не приводящая. Вторая встреча была в 92 году уже в Тель-Авиве, когда страна свободная, в принципе, как и сейчас в России, вы можете подойти, зайти, уйти с музыкантом погулять, прийти в гостиницу. И я зашел к нему за кулисы, как раз между первым и вторым отделением. Я ему напомнил эту ситуацию, он немножко припоминал, но он не помнил, где он был, даже что он был в Польше, он уже забыл об этом. Потом много выступал, и я ему сказал, что ну, я тоже саксофонист, и мой папа о нем рассказывал, что он приезжал сюда в Россию, был в Москве в 62 году с Дэнни Гудманом. Он это все воспринял, как ему это понравилось. Он говорит, у нас завтра будут мастер-классы, приходи туда, я тебя послушаю. Ну, я как бы, конечно, да, все здорово. Всю ночь я не спал, думал, что я ему покажу, потому что там приехали тогда звезды, ну, это самая первая величина, которая есть, была. Я пришел на мастер-класс, сначала был мастер-класс Кенни Баррадона, разговаривал с пианистами, показывал, кто отыграл, потом был мастер-класс Дональд Бёрдер и потом Фил. И Фил говорит потом, ну вот есть парень, давай выходи поиграем. Он мне предложил, мы сыграли вместе с ним Confirmation, и мы сыграли с ним тогда If I Should Lose. Он сказал, что и как там, ну, с чем мне надо работать, какие гаммы, что я неправильно, может быть, играл в тот момент. Я ему сказал после этого, что я бы хотел у него учиться. Он мне дал свою как бы, карточку, где его телефон. Он говорит, если приедешь в Нью-Йорк, позвонишь, мы там подумаем. Ну, в тот момент у меня как бы денег не было, я был новый иммигрант, и как бы приехать в Америку учиться, это было сложно. Это стоило денег, можно было либо стипендию получать, либо как-то по-другому туда выезжать. И я как бы поступил в Иерусалимскую академию, учился там. И буквально где-то в 93-м году в одном из клубов в Иерусалиме мы играем, и все говорят, там пришел Арни Ловерс. Ну, я слышал такую фамилию, но толком не знал, кто это. Я вот играл, а я смотрю, что он все время сидит, смотрит, как я играю. Он пришел с женой, сидит именно за первым столиком. Потом в перерыве он меня подозвал. Сказал, кто, что, он как бы предыстория такая. Арни Ловерс в 70-х годах работал в оркестре CBS, записывался очень много с Оливером Венсоном, работал в Крисе Джонсе, работал вместе с Дизи Гиллеспи, когда в бенде были Дизи Гиллеспи, он у него работал в то время. И вот в 88-89 году он открыл джазовую школу, которая называлась Roots School в Нью-Йорке. Это была его школа. И он мне говорит, ты тут живешь, ты тут учишься, я говорю, да, вот все время хочешь в Нью-Йорке учиться. Я говорю, я хочу, но у меня на это денег, средств. Он улыбнулся, говорит, дай мне свой телефон, там, я ему дал, но я живу в Тель-Авиве, это чуть-чуть другой город, это не Иерусалим, это час езды. Я про этот разговор забыл, через неделю опять выехал на этот же, как бы у нас постоянное выступление было, он там же находился, а я так понял, что он тоже как бы был еврей, и он приехал, он наверное, жить в Нью-Йорк, и он оставил этот бизнес на других людей, и сам находился в Израиле и контролировал. Там иногда привозил музыкантов, как Макс Роуч на мастер-классы. Приезжали такие музыканты, я с Макс Роучем тоже играл. Он привез его, и получилось так, что мы играли в Израиле в 94-м году с Макс Роучем. Он уже тогда, конечно, не был в такой форме, как он играл раньше, с Чарли Паркером. Кто-то мог забывать, но иногда палочки выпадали из рук, уже забыл сказать. И вот мы с ним как бы дружили, с Арни. Потом через какое-то время он мне звонит домой, где-то в 11 часов вечера, говорит, Арни Лорес, говорит, ему только по-английски. Я еще тогда не очень хорошо говорил. И он мне говорит, смотри, я, в принципе, нашел для тебя стипендию за Цимса и Фила Вудза, ты должен с сентября уже находиться в Нью-Йорке. Ты готов ехать? Я говорю, не готов, но сейчас только июль, и надо как-то это все решить, сделать быстро. Вот у тебя есть месяц, заказывай билеты, приезжай туда, оформляйся и начинай учиться.
деньги будут поступать, потому что он уже как-то там договорился, переговорил, все. Но я говорю, я хотел бы учиться у Фила. Говорит, ты сначала приедешь, мы там все решим. А Фил не преподавал в той школе. Ну, он преподавал из Проспорт, это Пенсильвания, совсем другой университет. Но в New School есть возможность выбирать преподавателя. Вы приехали туда, вы говорите, я не хочу учиться у Алексея Подыкина, я хочу у Яши Вокуля. Он говорит, пожалуйста. Даже если он преподает в Гессера, к примеру, а этот преподает в другом месте. Вот вы сказали, вы хотите, теперь я буду платиться тому педагогу, его зачислят ради вас, чтобы вот он вам преподавал, потому что вы для них как бы авторитет. Получается, не педагог, а вы. Вы сказали, я хочу вот этого учителя, я учусь у этого учителя. Таким образом. Я когда приехал, я попал в Джаки Макли. Тоже неплохой вариант. Я пришел на первый каждый урок, Джаки Макли на меня посмотрел, и говорит, ну понятно, ты слишком белый, чтобы у меня учиться. Я говорю, ну, что я могу сделать? Он говорит, я слышу по звуку, по манере, ты любишь Фила Вуда? Я говорю, да, он говорит, подожди 15 минут. Он ушел куда-то, через 15 минут он возвращал, говорит, собирайся, я договорился с Филом, он будет тут на следующей неделе, и к нему приедет. Вот так я попал к Филу. С Филом у нас были занятия, после третьего урока он меня выгнал по 3 месяца. Я тогда еще плохо говорил по-английски, и Фил сказал, что я не выполняю то, что он говорит. И он сказал, я не буду свое время на тебя тратить. Дословно, пошел вон. Он говорит, мое время стоит дорого, я не буду такого идиота, как ты тратишь время. Он уже сяду на пришел аранжировки или пособие для людей, ты не выполняешь то, что надо, я с тобой заниматься. Больше не ходи. Он был по гороскопу Скорпион. Он мог сразу отрезать, потом через какое-то время он мог пожалеть там, но когда я 3 месяца к нему не ходил, где-то через 2 с чем-то месяца он меня встречает, ты говорит, а что ты тут шляешься? Ты на урок собираешься зайти? Я говорю, ты сказал, чтобы я не приходил, ну зайди. Я зашел, он мне сразу посадил, говорит, так, давай вот это, причем сел за фортепиано, говорит, так, давай играть блюзы в 12-13. Сел за фортепиано, занимался в 12-13 блюзы, сказал, вот это надо сделать, вот это, и кто говорит, на следующий урок я хочу, чтобы ты мне сделал транскрипцию Бада Паула. Я говорю, я не пианист, а это твои проблемы. Он говорит, мне не интересно, что ты играешь на саксофоне, я говорю, чтобы ты начал играть на фортепиано. Я говорю, ну я плохо играю. Знаешь, когда Майлз Дэвис пришел на первую Дизи Гиллеспи, Гиллеспи ему сказал, я только фортепиано. Он говорит, Дизи, я не пианист, я трубач. Он говорит, если ты не будешь играть на фортепиано, ты не будешь вообще играть классно. Я на трубе он думал, что если так иди учись брать гармонии, понимать, что ты делаешь, и только тогда ты сможешь играть. И мы с Филом занимались гармонией, я показывал, какие он обращения играет, какие аккорды, как я должен что играть. Я, конечно, как-то выучил это соло, как я мог играть галку, наверное, как ты ловил смог. Фил это все послушал, ну, понял, что понятно, что я не пианист, не мог это сделать так, как бы хотел. Я он садился за фортепиано, играл любой стандарт, какой-то анализ. Это важно, потому что если у вас есть тут общее фортепиано, есть иногда барабанщики, которые ненавидят фортепиано, или клавиатисты, саксофонисты, это тоже надо. Фортепиано никому не мешает. Это помогает, развивает ваш слух, и в дальнейшем вам поможет. Пойдете вы по классике или будете джазовым музыкантом. Классик. Все равно классическое образование никто не отменял, оно было, будет, должно быть. Это важное образование. Если его не будет, никто играть вообще не будет. Теперь не будет. Очень много певиц, певцов считают, что джазовые певцы, музыканты, это так, люди, лавочки. Они придумали, сели и сыграли, ничего подобного. Джаз еще сложнее, чем классика. Если классическое образование вы сели, будете играть полгода этот концерт, вы его выучите, то джазовую композицию, любую, простую, даже те, кто соло, вы будете учить год, если вы много не сыграете правильно, если вы знаете, что там надо делать. Нужно делать транскрипцию, если получается. Слушать очень много, слушать оркестры, старые оркестры, чтобы научиться играть свинг. Это для джазовых музыкантов. Классика вот это не надо. Вот именно те, кто учится джазу,
И надо слушать, начинать с Диксиленда и постепенно подниматься свинг и дальше. Вот таких где-то, да, бибов, хардбоков. Не надо начинать с Майкла Брекера, не надо начинать с Боба Гейнзера. Потому что все думают, что если они начнут с консалки играть, они уже всех крутят. Дэйв Козет или Джарда. Это все я. Это просто люди зарабатывают деньги, но это нельзя называть джазом. Так, они сами себя считают джазовым музыкантом. Хотя умели играть классику, знают, это все начинали с этого. Сэмбер знает, как играть классику, хоть у него постановка. У него поле Амелинт, ему сложно было учиться, и он как-то выучился. И получил Грэмми за это, и не один. Майкл Брекер начинал с кларнета, насколько я знаю, мне Рэнди рассказывал. Но у него не получалось, он его бросил, и начал играть на кинематографе. Кларнет сложный. Фил Вуд начинал с кларнета. Я вообще вам скажу, что все хорошие саксофонисты — это те, кто играли на кларнетах, не те, кто играли на флейтах. Вот кларнет вас заставляет играть, потому что в этом инструменте вот, все звучит сопрано, тенор, альт, баритон. Если вы начинаете с саксофона, вы уже не сможете перейти на кларнет, это не получится. Вы будете играть, то звука уже не будет того, как вы хотели. Это я уже убеждался с многими своими учениками, которые говорят, ну что, я сейчас пойду в AliExpress, куплю кларнет, я даже говорю, буду заниматься. Ну и что, берут, ничего не получается. Там надо прикрывать, там надо держать губами, не распускать губы. Уже как только распустили верхний строй, вниз вообще никакой. Какие еще есть вопросы? А можно попробовать? Вот, наверное, ваша ученица сначала, а здесь пока маленькие попробуют. Ну, давайте. Расчетните инструмент. Аня, давай. Сели, сыграем там, сыграешь? Все, все. Аня училась до меня очень много, и я как бы то, что она сейчас играет технически, и как-то получается, я к этому вообще не причастен. Она до меня умела играть, и поставила для такой звук, технику. Мы с ней занимаемся сколько? Где-то так. Мы начали вот как бы джазом заниматься, но сейчас она сыграет, давай сделаем так, попробую сыграть сначала Confirmation, так как я учила. И потом попробую свою сыграть. Да, давай. Это то, что я постоянно ее в скайпе начинаю доставать. Я говорю, ты учишь, а теперь давай свое. Даже если будешь играть какие-то ноты, я хочу услышать, что ты запомнила из того материала. Она сыграла, Чарли Паркер записывала. Как, у нее есть транскрипции, которые она там выучила. И я говорю, попробуй сыграть то, что у тебя осталось в памяти. Сейчас посмотрим. Thank you.
есть конкурс, где требуют именно почему-то его самому играть, а не Чарли Паркер. Ему самому об этом даже скучно. Потому что он сделал пособие, он даже не думал, что кто-то будет по этому пособию заниматься. Почему-то здесь, в России, есть конкурс, где сказали, что надо играть его соло. Я ему об этом написал, он сказал, пришли мне послушать, как это будет интересно. Он говорит, что все будут играть мои соло, но все будет интересно. Смотрите, значит, то, что я в данный вечер слышу, все те же ошибки, которые были в скайпе, они есть сейчас. Сейчас ты попала, только знаешь. Здесь. Значит, первое, что мне нравится, ее постановка. Я в скайпе ее пытался менять, но ты держишь саксофон. Вот мне это нравится, что это можно поднять выше, держать ее. Вот это не будет, не надо? Нет. И не зажимай верхние ноги. Уже если ты держишь его, у тебя получается весь звук идет в нем, он где-то будет так. Слух, это тоже важно. Вот
То есть она будет сначала какая-то слуха, а потом уже брать гармонию учить, тогда она будет совсем другой. Я не говорю, что надо все играть по слуху, потому что это не совсем правильно, но слух тоже никто не отменял. В джазе нельзя играть без слуха. А кажется, или все фразы, когда там звучит? У нее все время это, да, я уже об этом ей тоже говорю, она постоянно, когда играет, она захлопывает. Это неуверенность происходит. Она играет, она теряет, она не знает, она пытается, вот, как человек, который попал куда-то, он идет, он не знает, он идет правильно в направлении или нет, поставит то вправо, то влево. Я понимаю, что вот, не очень хочется терять, но вот эти бросания, они от того, что ты боишься, что ты не успеешь дыхание взять, то есть вот, у нее происходит. Ну, они с дыханием могут сопляться, потому что она играет классику, и играет классику очень хорошо. Джаз это сложно. Она только полгода этим занимается, и она поэтому как бы за полгода научиться играть здорово в джаз невозможно. Классику еще можно мелодии как-то выучить, что-то в джазе. Даже мелодию сложно выучить, если она не знает, что такое свинг, как. Если я объясняю, что она будет опаздывать, то она будет постоянно задней. Если я буду тянуть, она тоже не пойдет. Это со временем, потому что надо слушать солистов, слушать оркестры, чтобы это впитать в себя, и она сможет спокойно. Вот я вам сегодня не могу играть ровно, как классический музыкант Гаву. Я все не так. Даже когда я себя ловлю на том, что я играл классику, я останавливаю. Я понимаю, что это неправильно, но я уже как бы более даже музыкальный музыкант. Но я-то старше, и я понимаю, что она точно не знает. Классика, она играет очень хорошо, классика. Ты что-нибудь из классики, помнишь? Да, помню. Он сыграет это классическое. Я могу сейчас тоже. Ну давай. Пока она сменит трость, вы еще пока задавайте вопрос. Какие у вас есть вопросы? Пожалуйста, с классической базы, если начинать заниматься джазом, то с чего вы советуете начать вообще, что слушать, чем в первую очередь заниматься? Джаз надо начинать с классиков, самое лучшее с дикселенда, это самое простое. Учить самые простые мелодии, слушать дикселенд и свинг. Уже начнешь сразу с современной музыки, ты там ничего не поймешь. Там где трезвучие, там где вот как бы сам смотрел, он же в принципе играл по слуху, он 100% не знал, он играет минус 5, минус 9, тогда не было таких гармоний. Первый взял джаз минус 5, диез 11, Бенни Картер, у него это никто не делал, не будет никто. Поэтому они играют та-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 
Бенни Гудман начинал тоже по слуху играть. Я сомневаюсь, что Бенни Гудман знал Сина Гармони. Когда он приходил, у них были фокстрот ансамбли, у них были маршинг бэнд, как духовые оркестры, они играли такие полутанцевальную музыку с элементами свинга, джаза, и никто на особенно не знали гармонии. Бенни Гудман-то с классики пришел вообще в джаз. Просто вот с самого начала, если начинают, то дикселенды слушать, чтобы немножко понять, что происходит. И слушать этих музыкантов, делать транскрипции, пытаться повторять, как они играют. Потом постепенно идти дальше. Потому что если сразу начать там с самых последних записей, которые сегодня есть, это сложно, ничего никто не поймет. Это ошибка. Ты не можешь построить дом, если у тебя нет фундамента, если ты будешь строить дом с 9 этажа. Окей? Давай. Thank you.
Есть ошибки в игре, я слышал. Первое, что я скажу, это, во-первых, зажимаешь верхние ноты, это самое главное, вверх, либо зажатое, а все из-за того, что ты его давишь. Сейчас вот ты мушту другой поставил. Ты тоже, она еще не привыкла, мушту другой, другая тройка, потом джаз играет на одних мушках, а классики на другой. Ничего не сделает. Она просто еще не привыкла, плюс еще боится много людей. Думаю, что все понимают, что ничего ошибок. Значит, еще что, когда она играет, играет не совсем музыкально. Почему? Потому что она верхние ноты бросает, а потом все равно как-то ударит. Не доигрывает до конца, играет просто выученный материал без всяких нюансов. Есть нюансы, но небольшие. В данный момент я бы сыграл на 30 минут. На 40 минут. Мы меньше сейчас занимаемся вот именно в отеле. У нее есть педагог в Нижнем Новгороде, где она занимается только классикой. Я с ней занимаюсь как бы классические гамма этюды и джазом. Джазом, конечно, сложнее, но мы пытаемся как бы. Сейчас она попробует сыграть старшего алмана. Помнишь? Можно попробовать? Да, конечно. Опять поменять? Ну, давай поменять. Вот эта проблема, надо менять постоянно мешкучи, туда-сюда, туда-сюда. Она сейчас играет на лите. Сейчас какую мушку вот эту? Эссензеров. Ну как бы все преподаватели классические почему-то считают, что все играли в эссензеров. Не знаю, правильно или нет. Лично я знаю, что они более глухие, вероятно, у Чапошникова любят такие вот звуки. Когда... Я лично не люблю классический саксофон вообще. Я не считаю вообще, ну это не для него написана музыка, и нельзя играть на классику на саксофоне. Есть флейта, кларнет, но саксофон не звучит в классике. Там нельзя делать вибрацию, а саксофон без вибрации вообще не звучит. Если только... девочка соня, у меня так звучит саксофон. Это сопрано. Ну, с соней там отдельные как бы, варианты. Я боюсь, что соня скоро перестанет вообще играть. Как только Мацуев ее отработает, на этом все закончится. А отработанный материал – это как дети, это как звери в церкви. Я уже с такими тоже сталкивался, когда тебе внушают, ты гений, ты великий, а ты выходишь, а ты никто потом. Ты ему не нужен, и остальные понимают, что ты ничего не умеешь, кроме трех произведений, которые ты любишь. Вот она придет сейчас к педагогу и скажет, ну давай сыграй вот это. А я великая, я играла в Кремлевском дворце, а я выступала, а вы тут вообще не стояли. И все. Ну я с ее мамой общался, она хотела, чтобы он был преподавателем, я отказался. Мама, это не ребенок. Нет, я вижу, что проблема будет в том, что уже видно, как она сидела. Я уже Мацуев уже сделал под себя, это уже испорченный материал, там чего. Я уже вижу. Это бесполезно. Вот 15 лет она перестанет играть. Альтер вообще не звучит. На собрано она еще кое-как играет полегшую иначе, а уж вот и все остальное ничего не звучит. То, что она играет караван с Бутманом, это не значит, что она не играет. Я просто играла маленькое соло именно с Кантилено. Ну выучил ребенок, а что дальше? Если ей уже сказали, что она звезда джаза, что она уже все знает, и уже представил Мацуев так, что вообще уже в принципе самое лучшее саксофонист по полной. Это уже, я вам скажу, что уже есть люди, которых я не буду просто называть, а знаю людей, которые слушали, они великие. И бесполезные, невозможно ничего убедить, заставить играть. Они играют, они уже не слушали. Они понимают, как это я великий, а мне не знаю, почему я не приглашаю. Я выступал в лучших залах всю работу. Мне платили 20 тысяч за концерт. И все. С ней будет та же самая ситуация. Она сейчас объездила всю Россию, вдоль и поперек. Сейчас она подрастет, но тут она для другого ребенка будет раскручивать, зарабатывать на этом деньги. А этот ребенок будет... Вот как вот эти дети, которые снимали в фильме. Сначала из них делали звезды, а когда они выросли, они спились и принесли. Вот это вот тот же результат. Я писал в Фейсбуке, Сенцуру, мы на эту тему уже торгались. Но он это смотрит, конечно, бизнес, я на это смотрю, как на продолжение. Если он убил уже ребенка, все, там ничего не будет. Она исходит учиться в лесу. Что она придет, а преподаватель искает, ты неправильно играешь. Говорит, кто ты такой вообще? Все. Такое дело, Василий Ильич, он возил
рассказывал что-то, а вот это все забыто. Великий сосредитель, сглаживается, ну что-то. Ты ничего не дает. Это все шоу, да? Это цирк, это как зверей. Взяли, 3 года отработали, они стали старыми, взяли других, этих выкинули. Та же самая ситуация теперь произошла. Вот сейчас, если он Ледовки убил уже, ей уже стремиться не к чему. Она уже все залы были обыграла. Чего она не делает? Потом она скажет, я уже не знаю, чем я уже играл в Кремлевском дворце, я уже играл за Путина, за второго Путина. Так он не понимает. Мне это не интересно. Все равно она скажет. Либо она скажет, у меня гонорар 20 тысяч евро, и пусть ты дом. А как она сочиняет композиции ночью? И играет в шкаф. Лучше не первый раз, это в жизни уже было миллион раз. Лучше бы Мацуев делал, знаете что, лучше бы он это то, что он сейчас делал, лучше сыграл бы деньги, помогал школам, покупал инструменты. Ну а что-то такое делает? Ничего не делал. Ничего он не делает. Он себе замок французский построил, дом музыки, это он живет. Это он себе делает. Что он делает? Он покупает инструменты. Вот приезжаешь ты в зал, тебе выкатывают августа. Ты говоришь, ребят, ну что это? У вас живот Тимаха стоит. Они говорят, а это Мацуев купил. Так он для кого купил? Для себя получил. Чтобы только он играл в Тимаха. Понимаете? Понимаете? Я даже был свидетелем того, что я не знал, что есть удачный. Мы приехали с Гамом, унитальный рояль, почему? Потому что это Мацуев тут играет. И выдвинули какой-то разбитый рояль, полустенвей, который уже не строил. Сказали Гаму, вы будете играть на это. Но я тоже была свидетелем, когда его привезли из Кирхи рояль, потому что тот, который был в зале, он от этого отказался, и в Кирхи купили у них на вечер, то есть там масло огромное. Это не про музыку, что я скажу. Да, это другое, там бизнес. Ну, давай, сыграем. Надо заказаться, как будет. Да, сейчас сыграем. Может быть, раду позовем. Ну, давай пока сыграем. Вот так. Сыграем вступление. Сколько там уже было? 4 так? 8 так.
опять же, все эти ошибки, которые не останутся, реально знают, как я живу. Верхние ноты зажимаются, сразу не доигрывают. У него был вариант такой, что сначала она выучила это соло, которое дал Пятаков Мирный Ломлинс, там неправильно было написано «Транскрипс». Когда я прислал правильно, ей было уже тяжело переучивать. Потому что она заучила все неправильные нюансы, не те ноты. Там было снято, как и Муровка, показалось правильно. Когда я прислал ноты Тима Пирса, которые правильные ноты, то она увидела, что все ноты, которые она играла, 75% вообще как будто другое соло было. Сейчас она пытается играть по-новому, и всегда получается. Я стараюсь над этим работать, чтобы менять. Опять, пока не будет скрипка, это соло звучать не будет. Оно сейчас у нее как бы заиграно и не в лучшую сторону. Я об этом говорил много раз. А, но я это соло точно не помню, но я могу сыграть по скрипке. Ну, давай. Давай, еще раз. Человек после инсульта, который все парализовал, иначе сначала ходить. Опять же.
играть, а я думаю, что она захочет это заниматься. Он российский. Ну да, но я для себя лично скажу, что я люблю Thank you.
большого удовольствия вообще играть. Вот за полтора года, сколько я его не видел, стал играть 10 раз лучше. Мы тогда играли в квартете, было сложнее играть с теми музыкантами, а сейчас с ним в дуэте вообще можно ехать в тур, месяц играть. Пожалуйста, я уже давно говорил Алексею, когда он не может, чтобы место приезжал. Спасибо. Я сейчас должен убегать, у меня концерт в Архиповском зале, если кто-то хочет, там еще по-моему есть, мы ставим. То есть успейте, если хотите, там все равно будем играть только электрон. На сколько начало? 7. Так что если кто-то хочет туда попасть, еще есть возможность. Эти билеты недорогие, там, если хотите, еще успеете. Спасибо. Спасибо. Я вас поплохо знаю. Спасибо.